Всех приветствую, друзья мои! Настроение прекрасное, предпраздничное. Сегодня 5 марта, я в Оби, и давайте посмотрим, какие тюльпанчики и по какой цене привезли в этот магазин к празднику 8 марта. Букетик из 5 тюльпанов, в основном красного цвета, вот такого бело-розового, и еще есть цвет фуксия. Обойдется нам в 299 рублей. Букет из 7 тюльпанов я видела только в желтом цвете. И стоили эти тюльпаны 449 рублей. Тюльпаны красно-желтого цвета, прямо солнышко в каждый дом. Букеты из 9 штук вот таких тюльпанов и красных тюльпанов можно приобрести за 569 рублей. Ну и переходим к тяжелой цветочной артиллерии. Здесь букеты посолиднее из 15, 25, 51 и 101 тюльпана. Вот этот милый букетик из 15 тюльпанов обойдется вам в 999 рублей. А эта розовая нижнятина из 51 тюльпана выйдет вам в 3499 рублей. 25 красивых розовых тюльпанов на длинных ножках будут стоить 1799 рублей. Ну и переходим к шикарным объемным монобукетам, состоящим из 101 тюльпана. Посмотрите, какая красота! Других слов я здесь даже найти не могу, у меня просто восхищение. Как приятно получить вот такой огромный букет тюльпанов. Ну и во сколько обойдется эта весенняя радость, надеюсь, не только для женщин, но и для наших мужчин, обойдется она в 5999 рублей. Вот здесь тоже такой красивый нежно-розовый букет. Еще один вариант, где смиксовали не только цвет тюльпанов, но и, мне кажется, размер бутонов. А на сегодня все. Всех поздравляю с наступающим праздником. Быть добру. Пока-пока.